Стимац приятель, журналул анулы доумешайс перезечес Иванкия Курынт. Ласында ментириле петрекутия нурма. Дарвини у ноуан, ку маймулте букурии, санатате спиранце, ше маймулте доринце имплините. Ан ачаста сяра спечала, требуй са се интимпли чава спечал ин вецеле ностре. Кристалле де феричире са се спарга ин купе де шампании. Яр армония суфлитулы са предомини атмосфера анулы урматор, доумешаптешпе. Фие кану улан са ва адука маймулте зимбите декат им потривири. Mai multe reușite decât înfrângeri și mai multe împliniri decât v-ați gândit vreodată. Fie ca bucuria și liniștea aduse de sărbătorile de iarnă să vă însoțească pe tot parcursul anului viitor. Credința în bine și în viitor care depinde doar de noi. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, через несколько минут мы встретим новый 2017 год. В эти мгновения время словно останавливается, а мир вокруг нас становится ярче и добрее. Каким бы ни был год минувший, мы забываем наши тревоги и встречаем будущее с легким сердцем. Многое отходит на второй план, и мы особенно ярко чувствуем подлинность вечных ценностей. Родина, любовь, семья, дружба – самое главное, что нас объединяет. Уходящий год не был простым. Жизнь в Молдове не стала лучше, а власти не стали честнее с народом. И все же 2016 год никак не назовешь беспросветным и застойным. Впервые за долгое время мы осознали себя гражданами одной страны. Молдову захлестнули протесты, на которых люди разных взглядов вместе боролись за свои гражданские права. Молдова проснулась, и это пробуждение не было мимолетным. Мы попытались самостоятельно написать новую историческую главу. Кто бы и что ни говорил о дальнейших событиях, я уверен, что это был полезный опыт. Протесты начала 2016 года еще повторятся, а прошлые неудачи станут уроком на будущее. Сегодня наша партия подвергается гонениям со стороны властей. В Молдове десятки людей брошены за решетки, либо фактически высланные из страны из-за своих политических убеждений. Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем году все общество осознало, насколько это подло и несправедливо, и опасно для будущего. К сожалению, я тоже встречаю 2017 год вдали от родных и любимых, и близких мне людей, вдали от всех вас, вдали от жителей Бельц. Меня пытаются уничтожить за мою непримиримую позицию по отношению к тем бесчинствам, которые творит в Молдове правящий режим. Уверен, что у них не получится. В Бельцах мы добиваемся положительных изменений каждый день, несмотря на то, что я вынужден работать, находясь вдалеке от родины. И я обещаю, клянусь, пока городом управляет наша команда, здесь будет делаться все для улучшения жизни людей. Мы никому и никогда не позволим устраивать здесь тот коррупционный беспредел, который происходит в стране. Жуликам и ворам в Бельцах нет места и не будет. Пускай уезжают они, а не те люди, которые за них вынуждены оставлять родину в поисках лучшей жизни. Слишком много сынов и дочерей Молдовы не слышат в домах веселый детский смех. Слишком многие семьи уже много лет не смогут сесть за одним столом. Собрать всех жителей Молдовы вместе, вернуть людей на родину – это главная мечта моей жизни. Важно не забывать, что у всех нас впереди еще очень много работы. Выполнить ее под силу только вместе. Время, когда мы будем спокойны за наших близких людей, обязательно придет. А моя душа была и остается в Молдове. Знайте, я никогда вас не подведу. Все еще верю, что Молдова просто обречена на успех. Дорогие друзья, для каждого из нас уходящий год сложился по-разному. Мы не забываем о прошлом, но этой сказочной ночью мы думаем, конечно, о будущем. Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. Поэтому пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы и замыслы. Я поздравляю с Новым годом тех, кто встречает его семьей и друзьями, и тех, кто в новогоднюю ночь находится вдали от родных мест. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь,
но и всю жизнь. Хочу пожелать вам благополучия, счастья, радости, тепла и взаимопонимания в ваших семьях, любви и взаимности, здоровья, жизненных сил и успеха во всех начинаниях. С Новым годом, Молдова! Ламул Сань Скумпиме! Ваюбеска!